بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله الدرس الحادي والعشرون 21 урок страница 117 книга جامع الخيرات بسم الله الرحمن الرحيم الصفات الواجبة لله تعالى الصفات атрибуты. Аль-ваджиба, слово ваджиб – это обязательный. Но здесь имеется в виду эти те, которые постоянно есть. Постоянно есть, не прерываются. Аль-сифат аль-ваджиба лилляхи та'аля. По-русски мы называли эту тему атрибуты Аллаха. قال الله تعالى في سورة الفتح ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا в Коране сказано в سورة الفتح о том, что если кто-то не уверовал в Аллаха и в его посланника, то приготовлено таким вечное мучение и наказание в аду, именно потому что они неверные. Кто не верит в Аллаха и не верит в его посланника, то такой не мусульманин. А если он уходит от этой жизни с неверием, то его место пребывания вечно будет в аду. يجب الإيمان بالله مع معرفة ما يجوز في حق الله وما يستحيل في حقه. وما يجب له فيعتقد بوجود الله وبصفاته ويعتقد بها اعتقادا جازما то обязан верить в Аллаха и знать то, что дозволено говорить в его адрес и что абсурд говорить в адрес Аллаха и то, что обязательно есть у Аллаха. То мы говорили, это арабское слово «яджиб». Не значит, что Аллах обязан кому-либо. Обязательно это у Аллаха, то есть это не прерывается и не исчезнет. Это есть у Аллаха, табарака ва та'аля. وَالْإِيمَانُ بِالرَّسُولِ مَعَ مَعْرِفَةِ مَا يَلِيقُ بِهِ وَمَا يَجُوزُ فِي حَقِّهِ وَفِي حَقِّ إِخْوَانِهِ الْأَنْبِيَاءِ وَمَا يَسْتَحِيلُ فِي حَقِّهِمْ وما يجب لهم مع الإقرار باللسان بذلك وأقله النطق بالشهادتين أو ما في معناهما ومن لم يؤمن بالله ورسوله يعد كافرا ويدخل جهنم خالدا فيها тоже вера в его посланника должна быть и при этом должны знать о том что достойно пророку и что возможно в его адрес. Возможно есть и возможно и не бывает. То, что возможно есть. А также в адрес его братьев, пророков и посланников. И что абсурд говорит им их адрес. То, что нельзя и не бывает, и это абсурд. Именно ссылаться на кого-либо из пророков и говорить у того пророка есть то или то. Из того, что это ни в коем случае не дозволено. И помимо всего этого, для ислама, для того, чтобы человек заявил о себе, что он принимает ислам, то человек должен именно словами выразить свою признательность об этом. И самое минимальное – это произнести два свидетельства ислама. Или то, что при себе имеют такое же значение. А кто не уверовал в Аллаха и в его посланника, то считается неверным, а его место пребывания будет вечно в аду. وقبل البدء بهذه الدراسة فليعلم أن الأحكام العقلية ثلاثة أولا
الواجب العقلي وهو الذي لا يتصور في العقل عدمه أي عدم وجوده أو هو الذي لا يقبل العدم أصلا لذاته فالله هو واجب الوجود لأنه لا يتصور في العقل عدمه أي لا يقبل الانتفاء أصلا لذاته. Учитель говорит о том, что в начале, до того, как уже детально говорит о атрибутах Аллаха, в данной лекции, то должны знать о том, что есть умственные заключения, и их три. Первое – это «аль-важиб аль-акли», то есть умом это обязательно. Это то, что нельзя представить его исчезновение умом. То есть, это тот, который вообще не бывает его исчезновений. Значит, сущность такая, которая была, есть и будет. А думать о том, что хоть на мгновение можно представить исчезновение, это абсурд. То это значит его существование. Такое существование такого – это уже обязательное на основе умственного заключения. То Аллах, Субхана ва Та'аля, существует, и его существование обязательное. Что значит обязательное? Значит, нельзя представить умом исчезновение Аллаха, Табарака ва Та'аля. Нельзя думать о том, что данная сущность когда-нибудь исчезнет или не было. Значит, это говорим «важиб акли». Акль – это ум. «Важиб» – это обязательно. Значит, на основе умственного заключения, то мы говорим о том, что существование Аллаха непрерывное, неисчезаемое, не имеет начала, то обязательное. Саниян аль-мустахилу аль-акли. Умом – это абсурд. Это второй вид умственного заключения. Бахва ладзи ла ютасавару фил-акли вужудуху, ай ла якбалу л-вужуда аслан лидатихи. Фаш-шарику лиллахи мустахилу л-вужуди, лианнаху ла якбалу л-вужуда аслан лидатихи, ай ла ятасавару л-аклу вужудаху. Когда мы говорим о том, что умственно это абсурд, то есть нельзя представить умом его существование. То есть его сущность вообще не существует и никогда не было. То кто говорит о существовании соучастника для Аллаха Табарака ва Та'аля, то говорим о том, что это абсурд. Нельзя думать о том, что есть соучастник в его существовании с Аллахом Табарака ва Та'аля, потому что сущность такого не существует. Нельзя представить существование такого. Поэтому говорить о том, что есть соучастник в его существовании с Аллахом, то наш разум говорит о том, что это абсурд. Нельзя его представить. Почему? Потому что Аллах один единственный, который вечен без начала. А если кто-то говорит, что есть соучастник, то как будто бы говорит, тоже есть и второй, который вечно существовал без начала. А если двое существовали вечно без начала, то есть оба имеют совершенные атрибуты без какого-либо недостатка. И каждый имеет свой выбор. А если кто-то хочет, чтобы что-то было, а второй хочет, чтобы такого не было, что получается? Получается, что один из них победит другого, или один из них идет на компромисс. Это уже нельзя говорить о том, что у Бога бывает изменение. Поэтому абсурд существования соучастника для Аллаха Табарака ва Та'аля. Салисан аль-джаизу аль-акли. То, что умом возможное его представление и возможно его исчезновение.
это جائز, جواز, это значит возможное. وهو الذي يتصور في العقل وجوده تارة وعدمه تارة أخرى. Это то, что умом можно представить и его существование, и можно представить его исчезновение. И то можно представить, и то, что можно говорить, что представить. Представьте сейчас, что нет человека здесь, на первом сидении. Но могу представить, что есть такое на первом сидении. Могу представить. Есть один сидит здесь, то могу представить его исчезновение. Могу представить. То вот наше существование – это возможное. Можно и так представить, и можно другое представить. فالعالم بما فيه من الأشياء التي نراها والتي لا نراها جائز الوجود أي ممكن الوجود لأنه يتصور في العقل وجوده بعد عدم وجوده وعدمه بعد وجوده وهذه حالة العالم فالإنسان مثلا أوجده الله بعد أن لم يكن موجودا ثم يفنى فهو لذلك من الممكنات. Вот это Вселенная. И что включает в себя? То, что нам видимое, и то, что нам не видно. То существование всей этой Вселенной, то это возможное. Возможное. То есть можно представить умом существование чего-либо, что вошло в это бытие, и можно представить его исчезновение. И весь этот мир, можно представить его исчезновение. Потому что, как и мы поняли, что его не было, и появился этот мир, то можно представить и наоборот, что опять и исчезнет после возникновения. Человека, например, Аллах создал после того, как его не было. И можно представить его исчезновение. То вся эта Вселенная, и в том числе и человек, их существование возможное. قال الله تعالى في سورة النحل ولله المثل الأعلى أي لله الوصف الذي لا يشبه وصف غيره. В Коране, в سورة النحل, сказано Аллахом о себе. ولله, у Аллаха, المثل الأعلى. Значит, самый совершенный атрибут. То есть, нельзя об Аллахе говорить то, что недостойное. Аль-масаль аль-а'ля, то есть, у Аллаха есть такой атрибут, который не похож на атрибут кого-либо другого. То есть, у него совершенство. Совершенство. И не один атрибут, но вообще мы говорим о атрибутах Аллаха, что у Аллаха есть такой атрибут, который не имеет подобия, не похож на атрибут или качество чего-либо или кого-либо. Потому что что-либо или кто-либо, это значит, кроме Аллаха, это то, что во что бытие. Это то, что можно представить его исчезновение. И говорит об Аллахе, что у него атрибут, который похож на атрибут того, который не существовал раньше, то как будто бы кто-то говорит, у Аллаха есть атрибут, который возникает. А это абсурд в адрес Аллаха. وَصِفَاتُ اللَّهِ يَجِبُ الْإِيمَانُ بِأَنَّهَا ثَابِتَةٌ لَهُ وَمَنْ نَفَاهَا يُسَمَّى مُعَطِّلًا فَالْمُلْحِدُ الَّذِي لَا يَعْتَقِدُ مَثَلًا وُجُودَ اللَّهِ يَكُونُ قَدْ نَفَى صِفَةَ الْوُجُودِ لِذَلِكَ يُسَمَّى مُعَطِّلًا. Значит, мы обязаны верить в атрибутах Аллаха Всевышнего и о том, что они есть и вечные, без начала и вечные, без конца. А если кто-то отрицает что-либо из атрибутов Аллаха, то такого по-арабски называем муаттиль. Муаттиль – это значит отрицает существование Аллаха. Это значит как атеист. Атеист – он не убежден, например, в существовании Аллаха, то это есть, значит, он не верит, что у Аллаха есть атрибут существования. Он отрицает такой атрибут. Поэтому мы говорим, это муаттиль.
то есть который не верит в Бога. وهذه الصفات التي يجب الإيمان بها هي صفات ثابتة لله تعالى وهي ليست عين الذات ولا غير الذات فنقول هي صفات هو متصف بها تجب له عقلا وشرعا وفي قول الإمام النسفي وهي لا هو ولا غيره. Данные атрибуты, о которых мы обязаны верить, что они есть у Аллаха Всевышнего, то они постоянные у Аллаха Табарака ва Тааля, вечные без начала, вечные без конца. И говорим о том, что данные атрибуты сами, эти не Аллах, и эти атрибуты, они воистину утверждены, что они у Аллаха Табарака ва Тааля. Сами это не Аллах, это сущность Аллаха, есть. А данные атрибуты не у другого. Поэтому мы говорим, что атрибуты Аллаха – это те, которые есть у Аллаха Табарака ва Тааля. И умом мы обязаны верить в это. И на основе шариата мы тоже обязаны верить в это. То есть умом, умственным заключением мы воспринимаем такое – без малейшего сомнения, что раз Бог есть, то Он жив. Раз Он Бог, то Он вечен. Раз Он Бог, то Он живой. Значит, это умом воспринимаем. И в шариате нам сказано о том, что Аллах Аль-Хай, Аль-Кайюм и так далее. А имам Ан-Насафи говорил об Аллахе и о его атрибутах, что эти атрибуты вахия ла хуа, эти атрибуты это не он сам, вала гайруху, и не что-то другое. То есть эти атрибуты Аллаха табарака ва тааля, атрибуты Аллаха это не сам Аллах. Некоторые что говорят? Аллах это любовь. А слово любовь это что означает? Какое-то качество. Как говорит, что Аллах, который создал нас, и у нас бывает любовь, что Он сам – это любовь. Это абсурд говорит в адрес Аллаха Всевышнего. وَصِفَاتُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ أَنْ يَعْلَمَهَا وَهِيَ صِفَاتُ الذَّاتِ لِلَّهِ وَالَّتِي لَا يُوصَفُ اللَّهُ بِمُقَابِلِهَا 13 صفة أجمعت الأئمة على أن جاهلها يكون فاسقا وهي الوجود والقدم والبقاء والعلم والمشيئة والقدرة والوحدانية والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس والسمع والبصر والكلام والحياة. Эти атрибуты мы как должны относиться к ним? То теологи ислама говорили, что каждый мусульманин, достигший зрелости и имеющий свой разум, то он должен знать об атрибутах Аллаха. И мы говорили, должен знать о атрибутах Аллаха. Мы не перечисляем все атрибуты Аллаха, но мы говорим, что мы обязаны кое-что знать об Аллахе. Поэтому теологи сказали, что есть атрибуты сущности Аллаха. Это каждый мусульманин должен знать. И те атрибуты, которые есть у Аллаха, он не имеет их антоними. Не бывает у Аллаха антоними этих атрибутов сущности. А их 13 атрибутов. Нельзя говорить, у Аллаха есть 13 атрибутов. Мы говорим, мы обязаны об Аллахе знать 13 атрибутов. Понятно? Значит, в этом вопросе есть единодушность теологов ислама о том, что мы обязаны знать эти 13 атрибутов. А кто невежествен в этом вопросе,
то как надо понимать это слово «невежествен» в этих вопросах? То, может, человек родился в мусульманской семье и не думал об этих вопросах. А если говорить ему «перечисли атрибуты Аллаха, которые ты должен знать», то он может так и смотреть на тебя. А когда ты сам перечисляешь, то он говорит «да, да, да». Он не отрицает, но сам не раз, может, и не поднимал такой вопрос и не учили его, чтобы он повторял эти атрибуты. То такой, который не возникли у него в мысли речи о атрибутах Аллаха или о некоторых, и не научился, но он ничего против не имел, то такой, мы говорим, грешник, фасик, имеет большой грех. А если он отрицает какой-либо из этих атрибутов, то, конечно, такой не мусульманин. Набирали знания раньше или не набирал? Думал об этом раньше или не думал? Но когда он слышал, а он уже отрицает. Или колебается, есть или нет, то такой уже не мусульманин.